9 декабря 2022 года в 8 часов на улице Алябьева 1 следовал неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что наезд совершил 42-летний водитель, управлявший автомобилем «Акура». В отношении водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КОАП РФ. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях заставление водителя в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком до 1,5 лет или арест до 15 суток. Уважаемые участники дорожного движения, неукоснительное соблюдение правил позволит вам избежать дорожно-транспортных происшествий. Будьте предельно внимательны на дорогах, берегите себя и своих близких.